Здравствуйте, уважаемые рыболовы! Получил очередной заказ от рыболовного интернет-магазина F-Magazine и хотелось бы вкратце поделиться о тех позициях, которые я получил в данном заказе. Заказ доставлялся Почтой России, пришло все вовремя, без всяких проблем. Ну, начнем, наверное, по порядочку. Первое – это силиконовая приманочка от компании BAT. Моделька у нас идет под маркировочкой F032, 045, 206. Изображена, скажем так, данная креатура в виде креветки. Расцветка VDN208, 20 штук в упаковке, 45 мм длина каждой приманочки. Следующая приманка – это довольно-таки интересный и реалистичный крент. Это новые модельки от компании Изуми. Увидел в продаже в F-магазине и решил заказать на пробу. Соответственно, повторюсь, изготавливает компания Изуми. Моделька называется BAG 203-3-1. Ну, либо майский жук 3 с тройничком. Данные приманки отлично подают для ловли головля, как на плюх, так и в проводочку. Следующие силиконовые виброхвосты от компании Lucky John, довольно-таки крупные, 5,5 дюймов, 3 штуки в упаковке. Виброхвост у нас идет под названием Zander Paddle Tail. Довольно интересные силиконовые приманки, отлично подойдут для ловли щуки и крупного судака. Следующее, тоже силиконовые приманочки от компании снасти Good. Модель называется Don Digidon 2, 15 сантиметров длина каждой приманочки. Изготовлены они в виде твистера. Поподробнее расскажу в видеообзоре. Расцветка 103. Поставляются в количестве 2 штук в упаковочке. Следующие силиконовые приманки тоже от компании снасти Good. Моделька у нас называется Самамура, мистер Самамура, 10,5 сантиметров. Поставляются в упаковке по 5 штук. Это виброхвосты. Ну, довольно-таки знакомые для многих уже формой тела. Следующие приманки от компании BAT, силиконовые, соответственно, приманки. Это виброхвосты. Идут под маркировочкой F021-088-053S. Размер 88 мм, 5 штук в упаковке. Расцветка VS203. Следующие силиконовые приманки от компании Дунаев. Моделька у нас называется DS Vibra. 100 мм длина каждой приманки, 310 цвет, 4 штуки в упаковочке. Довольно-таки интересные виброхвосты. Следующие силиконовые приманки от компании снасти Good. Это виброхвост. Модель называется Mr. Swin. 10 сантиметров длина, соответственно, в упаковке 5 штук. Такая маленькая ультралайтовая колебалочка от компании Mitsui. Оснащена крючком декой. Моделька называется Юджа или Джуджа, как правильно, не знаю, прочитать. Весит она 2,5 грамма. Расцветка F5. Следующие силиконовые виброхвосты от компании BAT. Модель у нас идет под маркировкой N90. И называется она Аваран. Расцветка 23, 90 мм длина каждого виброхвоста. В упаковке их в количестве 6 штук. Интересные виброхвосты, многим знакомые, конечно же, по форм-фактору. Следующий виброхвост от компании BAT. Модель идет под маркировкой F022-088-055. 5 штук в упаковке, 88 мм длина. Расцветка VD203. Тоже довольно-таки похожие виброхвосты. Следующие силиконовые приманки в виде червеобразного такого твистерка от компании Дунаев. Моделька у нас называется DS Minoga. 75 мм длина, 250 цвет,
и 6 штук в упаковочке. Следующие силиконовые виброхвосты от компании BAT. Моделька идет под маркировкой FIA 75. Расцветка 320, 6 штук в упаковке, 75 мм длина данных силиконовых виброхвостов. Следующая личинка стрекозы силиконовая, соответственно, от компании Snasty Good. Моделька так и называется у нас, стрекоза, 9 см длина, расцветка 115. В упаковке 2 штучки. Следующие виброхвосты от компании тоже Snasty Good. Моделька у нас называется Mr. Swin God. 10 см длина, 5 штук в упаковочке. Следующие тоже виброхвосты силиконовые, тоже от БАДа у нас. Маркировка F021075035, размер 75 мм, 7 штук в упаковке, расцветка ВД205. Следующие тоже силиконовые виброхвосты от компании Nitros Condor. Моделька FT88, расцветка 396, 5 штук в упаковке, 8 мм каждый виброхвост. Так, блесна от компании Герман. Моделька называется у нас, ну, просто не зацепляйка, идет под маркировкой G-1015. 38 грамм весит данная блесна, довольно-таки увесистая, подойдет для ловли щуки. Изготовлена в незацепляющемся варианте. Следующая колебалочка от компании BAT. Модель у нас идет под маркировкой 5009-160, 16 грамм весит данная колебалочка. Довольно компактная, оптимальная по весу для стоячих водоемов. Следующее, заказал по совету друга такую вот довольно-таки недорогую, но в то же время качественную плетеную леску от компании Matoma. Моделька называется Strongline, если не ошибаюсь. ПЕ. Идет она у меня в размере, ну, по японской классификации 0,6, 4 килограмма, соответственно, разрыв, и 150 метров длина. Расцветка флюоел, ну, то есть кислотно-желтая. Ну, по реальному диаметру где-то она ближе к единичке по санлайну. Ориентируюсь. То есть диаметр занижен на упаковочке. В реальности она немножко, конечно, потолще. Но отличная плетеная леска. Ну, всем понравилось. 4-жилка. Заказал довольно-таки проверенный неоднократно виброхвост от компании Savage Gear. Моделька называется LB Cannibal. Правильно прочитать. Каннибал. Десяточка, то есть 10 см длина, 9 грамм весит данный виброхвост. Расцветка Fire Tiger. Отличный виброхвост, очень классно работает по щуке, и также зачастую попадается довольно-таки неплохой окунь. Могу 100% порекомендовать. Следующий, силиконовая приманка, это виброхвост, соответственно, тоже у нас от компании Savage Gear. Моделька называется Cannibal. Paddle Tail, 125 размер, расцветка перч. Тоже довольно-таки интересная, реалистичная силиконовая приманка. Так, следующая колебалочка, довольно-таки компактная, от компании BAT. Модель у нас идет под маркировкой 5034-150. 15 грамм весит данная колебалочка. Довольно-таки компактная, хорошая, на мой взгляд, колебалка. Следующая колебалочка тоже от БАДа. Модель идет под маркировкой 8138-200. 20 грамм весит данная колебалочка. Так, следующая тоже от БАДа. Колебалка. Моделька идет под маркировкой 5008-210. 21 грамм весит данная колебалочка. 90 расцветка провоцирующая. Следующая блесна вертушечка от компании Герман.
Модель у нас называется, идет под маркировкой VRD168-4, 15 грамм весит данная колебалка, расцветка BV028. Такая вот интересная, очень похожа на Pantone 21 вертушечка 4 номера. Еще одна вертушка от компании BAT, точнее блесна от компании BAT, моделька называется Good Hope New Aglia. Весит 7 грамм, расцветка 2.09. Идет с оперением. Следующая колебалка от компании BAT, моделька идет под маркировкой 5052, дефис 160, 16 грамм весит данная колебалочка, расцветка B2. Такой вот довольно-таки большой и тяжелый кастмастер от компании Longcast. Моделька идет под маркировкой 1103, 38 грамм весит данный кастмастер. Расцветка Gold плюс голограмма. Довольно-таки увесистый кастмастер, отлично подойдет для ловли крупного жереха на больших водоемах. Лететь, соответственно, будет далеко, и по течению тоже будет работать за счет веса очень хорошо. Еще один, довольно-таки уже миниатюрный кастмастер от компании Ооshima Hook. Так, моделька идет под маркировкой 1103, 7 грамм весит данный кастмастер, идет с таким хвостовым оперением. Так, следующая колебалка от компании BAT. Моделька идет под маркировкой 5022, дефис 180. 18 грамм весит, соответственно, расцветка 90, провоцирующая. В основном все колебалки я заказал в кислотных расцветках. Мне больше они нравятся. Еще одна колебалка от BAT. Модель идет под маркировкой 5025, дефис 120. 12 грамм весит данная колебалка, расцветка 98. Следующая ультралайтовая колебалочка от компании Mitsui. Моделька называется у нас Fox. Весит 2,1 грамм, расцветка F1. Еще одна миниатюрная колебалка тоже от Mitsui. Модель у нас называется Clark. Весит 3,3 грамма. Расцветка N3. Еще заказал такие вот имитации, скажем так, личинок от компании Дунаев. Моделька называется Maggot Slim. Поставляются они в таких вот баночках. Приманки у нас плавающие, длина 40 мм, расцветка 302 в данном случае, и поставляется в количестве 7 штук в данной баночке. Взял я, конечно, не для ловли форели, а для ловли окуня. Еще тоже похожие приманки от компании Дунаев, тоже из форелевой серии. Моделька называется Worm Air, тоже плавающие, но выполнены они в виде такого уже продолговатого, скажем так, более похожего на червя. Модель называется у нас DT Worm R. DT это, соответственно, Дунаев сокращенно. 60 мм длина, расцветка 150, 7 штук в упаковке. И последние несколько приманок. Это такой вот довольно-таки интересный бокоплав от компании BAT. Моделька называется Flank. Весит 15,5 граммов. Выглядит он таким вот образом. Без всяких детализаций. Имеет черное оперение на своем хвосте. И оснащен очень мощным тройным крючком, впаянным в корпус. Корпус, конечно, подойдет для ловли в основном в зимний период ловли. Также в отвесе и летом можно использовать. Следующее. Такой вот пилькер от компании Condor. Квадратный. Точнее, не пилькер, а кастмастер. Моделька называется трехранка. Идет под маркировкой 1104. Весит 20 грамм. Расцветка Silver 0.4. Довольно интересная форма приманки.
И последняя приманочка, такая вот довольно-таки бюджетная вертушечка от компании Aqua с задней огрузкой в виде рыбки. Модель у нас называется Reflex 1. 7 грамм весит данная блесенка. Расцветка, если не ошибаюсь, 0,5. Да, 0,5 серебро. Вот такой вот. Вот такая вот бюджетная вертушка. На этом мой анбоксинг подошел к концу. Ссылки на данные товары я оставлю в описании под видео. Также в описании под видео оставлю промокод Рыбалка34. Всем, кому будут интересны данные приманки, можете переходить по ссылке в описании и применять данный промокод при покупке. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, кому видео было полезно. Всем спасибо за просмотр. До свидания.